конфиденциальную информацию, я могу сообщить только владельцу этого номера. Пожалуйста, четко назовите вашу фамилию, имя, отчество, чтобы сверить данные. Так, если вы звоните, вы должны спросить, как не спрашивать, как меня зовут, а назвать мои данные. Да, я понимаю, что вы имеете в виду, но в рамках действующего российского законодательства я могу получить информацию только владельцу СИМ-карты. Поэтому сейчас нужно убедиться в том, что именно вы владелец номера, а не просто его пользователь. Пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество, и мы продолжим разговор. Статью законодательства назовите, по какой статье я обязан представляться незнакомому человеку. Пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество. На каких основаниях я должен представляться незнакомым людям? Наверное, вы не совсем верно меня поняли. Этот звонок по факту нарушения владельцем данного номера условий договора с МТС. Отказ от разговора может привести к негативным последствиям.